týden. Si myslím, že Stuga utkání jsme měli velice dobré. Já думаю, dobrý večer. My думаем, что неправильно. Я думаю, что начало игры было достаточно хорошим. A ty první třetině potom zvolná nám dala dva góly a dostala se jakoby hodně, hodně na puk a my jsme začali tý třetině, koncem tý třetině začali tahat za kračík. Мы сборная России в течение первого периода нам забросила две шайбы, и мы старались как могли, но не все получалось. Я думаю, что мне смогли такую хибу при стрелянии, остались с вами гола 3-0. Но во втором периоде мы сделали очень большую ошибку при смене игроков, и в этот момент мы пропустили третью шайбу. А в этом случае это 2-3 нам было, раз был другой, если нам повезло встретить один гол. Второй период был достаточно для нас системообразующий, скажем так, чтобы нам удалось забросить одну шайбу. А самолет бы сосредоточили на то, если мы дальше голову достали, то нам подожило. Но и мы были сосредоточены на то, чтобы не пропустить, стараться не пропустить ни одной больше шайбы, нам это удалось в этом периоде. А то все эти мы стопали с тем, что запокусимся, как бы дать гол, а трошку еще то маленько драматизовать, так что, мыслим, что если нам то повезло, когда сборная в том závěru нás pak i stejně jako moc už nepustili do žádných moc velkých šanc. Tak jsme ve Finsku vlastně tři zápasy prohráli. Da, v Finlandii jsme tři hry prohráli, to točno. A vlastně, když jsme ten turnaj tady, tak jsme vlastně taky tři zápasy prohráli a chtěl bych říct, že zatím se nám nepovedlo v ten turnaj vyhrát, ale myslím si, že ten tým je trošku takový novější, jsou tam trošku jako některý mladší hráči. A Но и продолжая тему, что и в Сочи мы три игры проиграли, но я как главный тренер чувствую за это ответственность и понимаю, что эта команда начинается практически, не сказать, что с нуля, но достаточно много, большое количество молодых, новых игроков притираются, сыгрываются. Ма тем тим, как бы, огромную боевность, но